Добро пожаловать в мир любви и гармонии, в мир эмоциональной и физической свободы. Не слушайте эту запись за рулем автомобиля или там, где требуется ваше внимание. Попробуйте просто расслабиться и прежде всего отдохнуть. Устройтесь удобнее, сидя или лежа, пусть никто и ничто вас не отвлекает. Этот момент только для вас. Эта медитация создана для людей, у которых есть дефицит любви к себе, неуверенность, слабая самооценка. Медитация «Внутренний ребенок» – это часть нашей психики, нашей личности, которая выражает образ нашего истинного «Я». Это потенциал личности, уравновешенность, целостность, жизнеспособность, непосредственно и самовыражение, умение найти выход из любой ситуации, принятие и открытость миру. К сожалению, далеко не все мы росли в здоровых и счастливых семьях, где атмосфера была наполнена теплотой и любовью. Далеко не всегда между родителями и ребенком устанавливается эмоциональная, близкая взаимосвязь, построенная на доверии и безопасности. Недостаток эмоциональной близости с родителями может создать сложность в понимании собственных чувств и желаний в будущем. Напротив этому ребенок приучается думать, что потребности и желания других людей намного выше и значительнее его собственных, вырастая именно эту модель отношений человек переносит на взаимоотношения с другими людьми и то, и это может принести ему неудовлетворенность, а часто и боль. В дисфункциональных или сложных семьях не признается право на собственное мнение, на индивидуальность. Различия проблемы в таких семьях не обсуждаются конструктивно, они замалчиваются, либо выливаются скандалами. Внутри такой семьи не принято открыто говорить о своих мыслях и чувствах. Страх, недоверие висит в воздухе. К сожалению, дисфункциональные семьи отрицают свои проблемы, окружая семью ореолом идеальности, тогда как в здоровой семье люди всегда способны открыто делиться своими сложностями и стараются их решить сообща. Каждый член здоровой семьи может рассчитывать на безусловную любовь и поддержку в любую минуту. В дисфункциональных семьях не соблюдаются психологические границы между членами семьи. Любовь может выдаваться как поощрение за послушание и соответствие ожидания родителей, вырастая, мы можем запрятать подальше болезненные воспоминания, полученные в детстве. Но остается ощущение, что с нами что-то не так, как будто нам чего-то не хватает. Чтобы быть полноценными личностями, способными любить и быть любимыми, феномен застрявших травматических переживаний в том, что они возвращаются и проявляют себя чаще всего при попытке создать собственную семью, отыскать любовь, построить здоровые отношения. Наш внутренний ребенок остается незрелым, жаждущим любви, но бессознательно желающим получить ее от другого человека, веря, что так он исцелится. Но жизненный закон другой. Внутреннее рождает внешнее, притягивает к себе.
недолюбленность людей, и в итоге все мечты счастливой жизни рассыпаются, это грустно. Но необходимо знать, чтобы начать действовать иначе. Эта медитация посвящена внутреннему ребенку, мальчику или девочке, которая ждет, когда вы, наконец, обратите на него внимание, на его подлинную сущность, самость. Медитация не может заменить личный психоанализ. Во многих случаях он просто необходим. Но она даст вам силы и на пути к себе, и к своему внутреннему ребенку. Если вы готовы, начните дышать более глубоко. Сделайте вдох через нос и задержите дыхание на пару секунд. И выдохните через рот. Такое дыхание позволит вам перевести свои мысли в момент здесь и сейчас. Через нос, вдох. Задержите дыхание на пару секунд. Выдохните через рот. Выдыхая, отпускайте напряжение. Вдох через нос. Задержка дыхания на пару секунд. И выдох через рот. И с каждым счетом от 5 до 0 позвольте себе отпускать напряжение и погружаться глубже во внутренний мир. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Тело становится мягче. Представьте маленького ребенка, сидящего напротив вас. Разглядите его. Сколько ему лет? Как он выглядит? Именно внутренний ребенок, как бы он вам сейчас не представлялся, связан с вашим Высшим Я, с первоисточником, где существует чистая, здоровая, светлая версия вас самих. Представьте белый свет, проливающийся на голову ребенка. Если вы почувствуете какую-то преграду на пути этого потока, потянитесь к вашему внутреннему ребенку. Откройте поток света так, как будто открываете кран, из которого польется вода. Поток белого света начинает проливаться на голову ребенка, на темя, стекает медленно и мягко по лицу, затылку, ушам. Этот поток начинает очищать поверхность тела от всего чужеродного, от тяжелых чувств и переживаний. Возможно, вы увидите, как эти налипшие чужеродные массы стекают вниз или растворяются под воздействием белого потока света. Продолжайте наблюдать. Поток белого света омывает плечи, шею, грудь,
по рукам стекает. Стекает все негативное по животу и бедрам. По ногам стекает вниз в землю чужеродная энергия из прошлого. Белый поток света, как чистая вода, смывает все, не оставляя на своем пути ни единой негативной частички. Увидьте это. В землю уходит грусть и печаль. Былые обиды, чувства стыда и вины, чувства неполноценности и неуверенности, тревоги, страхи. Все смывается в землю мощным потоком от вашего первоисточника. Не держите в себе тяжелые переживания, как из черной тучи пусть выливается все негативное, все ненужное. Хватит держать это в себе. У многих людей заблокирована способность отпустить боль и рыдать. Человек даже наедине с собой порой думает, что это проявление слабости, и его внутренний ребенок остается заряженным тяжелыми энергиями прошлого. Пришло время отпустить все это. Отпускайте. Дайте себе возможность, наконец, увидеть свет и надежду. Ребенок всегда открыт и поэтому беззащитен перед взрослыми. Мы впитываем все, как губка, принимая многие послания, предписания, наш адрес за правду. Верим в том, что мало чего достойны, что нам вечно чего-то не хватает, чтобы нас любили и принимали целиком и полностью, такими, какие мы есть. Пришло время осознать, что этому ребенку нечего стыдиться, не за что чувствовать себя виноватым. Именно это со своего взрослого «я» сейчас необходимо донести до него. Скажите ему: «С тобой все в порядке. Тебе не за что испытывать вину. Попросите у него прощения за то, что предъявляли к нему претензии и критиковали его за слабость, уязвимость. Пошлите ему из своего взрослого «я» слова безусловной любви, поддержки. Я люблю тебя. Я ценю тебя. Я понимаю тебя. Ты красивый. Ты такой славный, такой веселый. Ты достоин жизни, прекрасной и светлой. Ты достоин, чтобы тебя любили и уважали. С тобой всегда было все в порядке. Ты самодостаточный, ты сильный, ты смелый, и ты добрый. В тебе есть очарование. Ты гармоничен, ты умен, ты мудр, ты смел, ты мой внутренний ребенок, и я очень тебя люблю. Я люблю тебя.
«Я тебя люблю». Пообещайте своему внутреннему ребенку, что будете защищать его от своих собственных критических нападок, оберегать его, заботиться о нем, что дадите ему все, чего он желал в детстве. Дайте ему понимание принятия и способность поддержать и помочь. Пусть вашим девизом будет «Я не критикую, я анализирую». Удалите негативный посыл к своему внутреннему ребенку. Перестаньте винить его, что он что-то не успел по жизни и с чем-то не справился. Не проявил себя, как вы того хотели бы. Остановите претензии. Они ничего не решают, а лишь усиливают. Чувство стыда, страха, неуверенности. Скажите ему еще раз: «Я люблю тебя, я ценю тебя, я понимаю тебя». Если в процессе медитации вы смогли высвободить слезы, это значит, процесс исцеления и очищения прошел глубоко и эффективно. Пришло время завершить процесс. На вдохе потяните в себя вашего внутреннего ребенка, очищенного и исцеленного. Попытайтесь. Вдох. Вот он я, обновленный человек. Люблю свои ручки, люблю свои ножки. Люблю свое тело, я люблю себя. Я ценю себя, я уважаю себя. Адаптируйте новые ощущения. Чем они отличаются от тех, с которыми вы только начали делать эту практику? Появилось ли принятие себя, добра к себе, чувство любви? Выпишите свои претензии к себе, рассмотрите их, проанализируйте. Принесло ли вам это больше пользы или вреда? Откажитесь от того, что не приносит добра к любви. Вам не нужно ничего, чтобы уже сейчас любить и принимать себя. Безусловно, пусть ваша самооценка будет в золотой середине. Я не хуже других, но я и не лучше других. Как говорят на родине Будды, Бог во мне, Бог в тебе. Мира и добра вам.